Сейчас мы Тайсону будем чистить ушки. Я смотрю, у него там немножко испачкалось уже. Ушки немножко испачкались у Тайсона. Краски вытерем, чтобы краски чистые были у Тайсона. Совсем не грязные, Тоник. Совсем ушки не грязные, Тайсон. На свет сюда смотри. Были ватные такие палочки для детей, толстые, закончились. Я обычно ими протирал, там глубоко. Ну и такими палочками, где не достаешь глубоко, можно и этими. Тик-тик-тик. Если там где-то кокули остались, можно вот такими палочками доставать. Ну-ка, Тайсик, давай другое ушко посмотрим. Тайсон так сопит, когда я ему туда залазил. Тайсона чистые ушки. Чистые у Тайсона ушки. У Тайсона ушки не грязные. Мы следим за ушками тайсоновскими. Они хоть и большие у Тайсона, но не грязные. Так сопит. Поближе. Чистые ушки, да, Тайсон? Чистые у нас с тобой ушки. Вот такие мы молодцы. Давай заодно глазки вытерем. Такая вот Дуська у нас боксерская. Так мне нравится эта боксерская Дуська. Пипка вот эта вот. Мордоша такой, мордоша. А вот так вот на шарпея похоже, да, смотрите? Вот так. Шарпейский боксер. Да, скажи, хватит издеваться надо мной. Хорошо тут на балконе. Правда, сторона такая солнечная. Когда солнца много, очень жарко. Лучше находиться в квартире. А так на балконе вообще Тайсику идеально. Все, Тайсик. Где ежик? Тайсик. Ежик. Тайсон, где ежик? А? Ежик, Тайсон. Где ежик? Тайсон любит ежиков. Ночью пойдем, Тайсон, с тобой ежиков искать. А днем их нету. Молодец, совсем попрощался, Тайсон.